Я, пожалуй, приступлю. Доброе утро, уважаемые коллеги. Тема моего сегодняшнего сообщения будет касаться переоперационных неврологических осложнений и послеоперационной когнитивной дисфункции после операции. Где у него кнопка? Тема чрезвычайно обширна, поэтому я вот по подобию предыдущего оратора позволил себе сделать два допущения. То есть, во-первых, мы будем говорить в течение установленного регламента, 40 минут, не так и много, только о переоперационных осложнениях общей анестезии. И второе, я построил свой доклад в порядке такого дайджеста, чтобы успеть обсудить как можно больше проблем, ну и как в любом, наверное, серьезном документе, самое главное в этом дайджесте, это то, что написано мелкими буквами там будут написаны ссылки на фундаментальные исследования, на рандомизированные исследования, на некоторые буквари по специальности, которые, в принципе, можно будет, изучив на досуге, сформировать мнение собственное, возможно, чем-то отличное от моего. Начнем мы, пожалуй, с актуальности. Почему тема переоперационных неврологических осложнений, она становится актуальна со временем? Оказалось, что последние декады преподнесли человечеству несколько сюрпризов. Среди них как бы не последнее место занимает проблема так называемого старения населения. То есть мы осознали, что с каждым годом, с каждой декадой пул пациентов пожилого возраста в человечестве становится, ну, если не преобладающим, то, по крайней мере, он увеличивается в разы. Так, по данным когортного исследования из Австралии, в 2010 году у них уже было 13% населения старше 65 лет. Все бы хорошо, и чем это может коснуться нас, оказалось, что примерно треть всех анестезиологических обеспечений проводилась как раз среди этой когорты населения. У данной когорты населения частота делирия, по данным страны Кенгуру, достигала 65%, а частота послеоперационных когнитивных нарушений 42%. В Соединенных Штатах Америки более поздний анализ, чуть больше 10% населения старше 65 лет, и это примерно половина всех дней госпитализации в стационар. И 25-35% всех операций. В Республике Беларусь, по данным на 1 января 2018 года, почти 15% населения старше 65 лет. Здесь динамика прироста населения старше 65 лет от полета Юрия Гагарина в космос до наших дней. Видимо, она выросла с 8 до 14%, практически вдвое. Сделан такой вот смелый прогноз, что к 2030 году количество пожилого населения достигнет практически трети. А здесь данные нашей базы. Мы проанализировали количество всех общих анестезий за последние 6 лет. И выяснилось, что вот старше 65 лет мы проанестезировали 25% общих анестезий. Но тенденция, она заметна на этом слайде. Возрастной крен наших пациентов, он меняется. Мы анестезируем больше пожилых пациентов, мы анестезируем больше пациентов старше 55 лет, доля которых вот в последние годы превышает половину всех наших анестезий. И проанализировав эту тенденцию, можно как бы заключить, что вот конкретно в этой больнице к 30-му году доля пожилого контингента она увеличится практически вдвое. Вы можете мне возразить, что не все возрастные пациенты сопоставимы, и это будет абсолютная правда. Однако, если рассматривать их функциональные резервы, то вот эта вот картинка из клинической анестезии Барыша становится понятно, что после 65 лет функциональные резервы они снижаются. И вот с этим вот снижением функциональных резервов не только головного мозга, но и любой органа и системы, и связана так называемая теория порогов. То есть если пациенту 35 лет, когда у него функциональные резервы на пике, он может перенести с собой значительно больше. Больше анестетиков, больше объем интенсивной терапии, большие дозы препаратов и так далее и тому подобное, чего не произойдет, если ему 70. И все наши подходы необходимо адаптировать как раз на этот возраст. Это происходит потому, что центральная нервная система испытывает некоторые структурные
изменения. Они здесь изложены обще, то есть с возрастом уменьшается масса мозга с соответствующим снижением церебрального кровотока и снижается плотность рецепторов. Что касается послеоперационного делирия. Послеоперационный делирий является наиболее частым осложнением у пожилых пациентов послеоперационных, да, и у пациентов молодого возраста, пожалуй, что и тоже. Сам по себе он может инициировать каскад разрушительных последствий, такие как кардиореспираторные осложнения, пролонгированная госпитализация, длительная потеря функциональной независимости и снижение когнитивной функции, и является непосредственным предиктором летального исхода пациента в госпитале. Посчитано, что ежегодная стоимость делирия в Соединенных Штатах Америки составляет 150 миллиардов долларов, и эта цена тем более высока, что делирий можно предотвратить практически у половины пациентов, у которых он развивается. В 2017 году, я напоминаю, вышли рекомендации Европейского общества анестезиологов по переоперационному делирию, в которых даны следующие рекомендации по его распознанию. То есть делирий всегда начинается остро, он имеет флюктуирующие течения. Что это значит? Клинические симптомы могут изменяться со временем. Пациенты становятся невнимательными, у них появляются признаки дезорганизованного мышления, нарушения сознания. Они испытывают ту или иную степень когнитивного дефицита, треть из них может галлюцинировать. У многих развиваются психомоторные нарушения, либо летаргия, вспоминаем флюктуирующее течение. Нарушается цикл сон-бодрствования, и это приносит очень много негативных эмоций. На текущий момент есть масса шкал для оценки пациента. Они как диагностические, так и шкалы, которые мы можем использовать потом, регламентируя таким образом степень нашей седации. Однако, несмотря на то, что проблема в плане диагностики вроде изучена и достаточно неплохо, появились рекомендации, это не первое издание европейских рекомендаций, тем не менее мы хорошо умеем диагностировать только гиперактивный делирий. Это когда они привязаны к кровати, вот то, о чем Алексей Павлович вчера ярко говорил. Однако гиперактивный делирий составляет всего лишь 25% всех случаев. Гипоактивный же делирий, который составляет 75% всех случаев, диагностируется нами меньше, чем в 50%. Причины делирия, их можно условно разделить на две большие группы. Это причины, связанные с пациентом, боль, нарушение газообмена, гипотензия, различные метаболические нарушения, которые в первую очередь касаются нарушений ионов, сепсис и воспалительный ответ, отмена привычных для данного пациента препаратов либо токсических веществ и такие сопутствующие состояния, как депрессия, деменция и так далее. И причины, которые напрямую с пациентом не связаны, которые мы инсталируем этому пациенту, являясь объектом здравоохранения. Это физическое ограничение свободы, это если пациент у нас подвержен кардиохирургическим вмешательствам, это все препараты, которые влияют на ЦНС, а с учетом сообщения предыдущего лектора, которые влияют непонятно на что, остаточный нейромышечный блок, недостаток сна и так далее и тому подобное, перечислять можно очень много. Делирий имеет мультифакториальную природу, то есть для того, чтобы он реализовался, необходимы определенные факторы риска пациента, необходим дисбаланс корковых, подкорковых нейротрансмиттерных систем, воспаление и такие воспалительные агенты, как фактор некроза опухоли и интерлейкин, они могут провоцировать развитие делирия, так же как стресс, так же как лекарственные препараты и особенности его заболевания, то есть это тяжелые операции, тяжелые болезни. Все это, вероятно, находится на каком-то фоне генетической предрасположенности, но на текущий момент точных данных по этой тематике нет. В 40% обратимый делирий лучше профилактировать, чем лечить. Здесь все понятно, на слайде представлены некоторые моменты по созданию для пациента благоприятной среды в любом послеоперационном отделении. Тяжелее всего это сделать в отделении реанимации, но тем не менее. То есть это необходимо проводить когнитивную ситуацию, стимуляцию путем ориентирования пациентов и избегания медикаментов, нарушающих когнитивную функцию. Необходимо улучшить восприятие пациентов и информации, если он плохо видит, ему надо дать очки, если плохо слышит слуховой аппарат. Ранняя мобилизация и ранняя реабилитация играют очень важную роль в профилактике делирия, так же как адекватная инфузионная программа, адекватное питание и адекватная коррекция всех нарушений гомеостаза.
Профилактика осложнений, роль ее трудно переоценить, так же, как и нормализация цикла сонно-бодрствования. Я позволил себе обобщить, все эти параметры, они как раз укладываются в хирургию так называемой фаст-трак-программы, и не случайно данные постулаты, они как бы активно прижились и совершенствуются в последние декады. Что можно сделать анестезиолог? Ну, в первую очередь, выявить и пролечить депрессию до операции, и уж по крайней мере пациента с каким-то непонятным когнитивным статусом в операционную не пускать. Тактика анестезии исследовалась много и часто. Мы сейчас достаточно часто применяем габапентин как с целью коаналгезии, так и с целью успокоения. Было несколько исследований, вот в 2006 году опубликовал или в журнале «Неврология» позитивные исследования по переоперационному назначению габапентина. Оно хорошо влияло на результат. Те же авторы провели примерно такое же исследование с тем же дизайном в 2017 году, не получили позитивных результатов. Дексметотимидин в последнее время активно достаточно обсуждается, но с профилактической точки зрения пока... Пока недостаточно убедительных данных для того, чтобы рекомендовать его с трибуны. Что действительно работает в профилактике переоперационного делирия, это минимизация анестезиологической полипрагмазии. Доказано, что чем меньше препаратов, угнетающих сознание, использует анестезиолог, тем спокойнее его пациенты после операции, тем меньше у них риск развития делирия. А также замена или дополнение к общей анестезии региональной, что в принципе вытекает из предыдущего факта. В лечении делирия необходимо в первую очередь, если это возможно, идентифицировать причину и ее устранить, а также поддержать и восстановить адекватную оксигенацию, гемодинамику, метаболический статус и так далее и тому подобное. То есть дать системе, которая находится в энтропии, время на то, чтобы она сама себя организовала, как Константин Михайлович говорит. В плане препаратов я выделил галоперидол, их на самом деле очень много. Это то, что интенсивист, сталкиваясь с делирием, применяет в первую очередь. Существует множество схем и так далее. Есть, вот мне больше всего понравилось, две изображенных на слайде. То есть, во-первых, это то, что рекомендует европейское общество анестезиологов, это по 2 мг каждые 10-20 минут до контроля возбуждения. Но в случае тяжелой степени возбуждения многие из нас являлись свидетелями на практике, что таким образом можно титровать по 2 мг в течение суток, и так контроля возбуждения не добиться. Поэтому мне больше нравится следующая схема, представленная чуть ниже. Это дозировка галоперидола в зависимости от степени возбуждения. При тяжелой степени возбуждения это будет приблизительно 5-6 мг каждые 10-20 минут до контроля. Поддержание дается примерно в половинной дозе от нагрузочной. Ну, скажем, как это рассчитывать? Допустим, для контроля возбуждения нам понадобилось 60 мг галоперидола, значит, оставшиеся 30 мы делим на 3-4 введения и даем в течение суток. Поддерживающая доза, этот уровень поддерживается сутки либо двое, а потом уменьшается на 20-30% ежедневно. Таким образом, по мнению многих авторов, удается достичь лучшего контроля над делирием и снизить частоту его возврата. Что касается послеоперационного когнитивного дефицита, он определен как нарушение памяти в виде снижения возможности изучать и воспроизводить информацию, а также нарушение функции самообслуживания, независимости, внимания, перцептуально-моторных возможностей и речи. Выявляется он не сразу после операции, по прошествии дней или недель, и в принципе в сферу, скажем так, интересов анестезиологов относится очень мало. Ну, я вот на своей практике ни разу не выявил у пациентов послеоперационный когнитивный дефицит, просто потому что не прихожу к ним через неделю. Эти выявляются другими специалистами. Длится может от нескольких недель до постоянного течения в случае развития деменции у данного пациента. А диагноз ставится на основании стойкой потери сознания, стойкой потери памяти, которая не соответствует нормальным темпам старения. И подтверждается нейрофизиологическими тестами. Как это все происходит на временной кривой,
Если делирий мы видим в течение первых суток, либо нескольких суток после операции, то вот в случае развития раннего послеоперационного когнитивного дефицита время развития оно растягивается на неделю, а возможно и несколько недель, до 3 месяцев. В случае же персистирующего или позднего послеоперационного когнитивного дефицита его течение растягивается на годы, вплоть до развития деменции. Медицинская социальная цена послеоперационного когнитивного дефицита, она точно неизвестна, потому что все эти факторы оцениваются субъективно. Вот. Но уже сейчас известно, что удлиняется время госпитализации, ухудшается качество жизни, снижается трудоспособность и может увеличиваться летальность. В отношении частоты приведу классическое исследование, опубликованное в журнале анестезиологии. На тот момент, в 2008 году, исследование значимое, оно даже на передовицу этого журнала, его результаты попали. Это анализ чуть больше 1000 пациентов старше 18 лет, которые после длительной общей анестезии проводили нейрофизиологическое тестирование до операции, при выписке из клиники и через 3 месяца. Пациентов разделили на 3 категории, а тесты использовали самые простые. Раньше, когда у нас было мало пациентов с печеночной недостаточностью, мы эти тесты для них тоже использовали. Это тест на запоминание слов, 15 слов, в течение 30 секунд надо воспроизвести, и после 20 минут тоже надо, просили их воспроизвести. Тест связи чисел от 0 до 15 представлены здесь. Тест изменения концепции, то есть связать букву А с единицей и так далее. Тест на отвлекаемость, когда названия цветов выделялись другим цветом и просили их произвести. И тест на оперативную память. Чем хороши эти тесты? Тесты точно такие же, они рекомендованы для использования в клинике, для выявления послеоперационного когнитивного дефицита. Оказалось, что ту или иную степень снижения когнитивной функции испытывали все пациенты, вне зависимости от возраста. Однако через 3 месяца послеоперационный когнитивный дефицит он развился в большей степени в группе возрастных пациентов. Также было замечено, что пациенты, развившие послеоперационный когнитивный дефицит, имеют больший риск госпитальной летальности и летальности при выписке из стационара. Факторы риска представлены на слайде, о них говорил выше. Останавливаться на этом сейчас не будем. Патогенез, по данным журнала клиники Мио, он примерно такой же, он общебиологический, он такой же, как при возникновении сепсиса, только воздействуют на него, конечно, не патоген-ассоциированные молекулярные паттерны, а продукты повреждения после операции. В патогенезе очень важное значение уделяются предоперационным факторам, такие как возраст, коморбидность, низкая образованность и уже существующая инсталлированная когнитивная дисфункция. Таким послеоперационным факторам, как развитие воспалительного ответа, боль, нарушение сна, послеоперационный прием опиатов и факторы, связанные с окружающей средой госпиталя. Соответственно, и в купировании или в предотвращении данного осложнения рекомендованы минимальная инвазивная хирургия, рекомендована хорошая работа службы контроля боли и избегание опиатов там, где это возможно. Ранняя выписка из стационара, стимуляция сна и снижение ночного шума. В плане анестезиологических факторов риска известно не так и много. Известно, что память регулируется холинергическими нейронами в основании переднего мозга, что резервы холина с возрастом истощаются, а некоторые препараты могут влиять на высвобождение нейротрансмиттеров. Но для того, чтобы давать какие-то анестезиологические рекомендации, необходимо в принципе понимать, как анестезия действует на сознание, где это сознание в головном мозге находится, что на текущий момент нам, к сожалению, недоступно. Пока нет ясной статистически обработанной связи общей анестезии с послеоперационным когнитивным дефицитом. Однако есть такой факт, что подтвержденная нейротоксичность отдельных препаратов в исследовании на животных, она не может быть транслирована на человека. Послеоперационный инсульт, почему нас это беспокоит? Во-первых, потому что это относительно часто, до 3% от операции в зависимости от его типа. А второе, вряд ли можно представить более разрушающее послеоперационное осложнение по степени своему воздействию на дальнейшую жизнь пациента.
Частота переоперационного инсульта, она варьирует в зависимости от операции. Лидером здесь является кардиохирургия. При коронарном шунтировании в районе 2,5%, при многоклапанной коррекции до 10%, хирургии дуги аорты с гипертермией доходит частота до 20% случаев. Патофизиологии необходимо принимать во внимание предрасполагающие факторы, такие предоперационные события, как отмена дезагрегантов и статинов, наличие у пациента аритмии, интраоперационная гипотермия, анемия, дегидратация, гиперкоагуляция, а также острый инфаркт миокарда, который возникает переоперационно. К операциям высокого риска следует отнести каротидную хирургию, операции с аппаратом искусственного кровообращения и так называемые операции на открытом сердце, а также операции на дуге аорты. Время развития. В Дании 10-летнее национальное когортное исследование, которое проанализировало 67 почти тысяч пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. И взято было почти 200 тысяч пациентов в группу контроля, которым эндопротезирование сустава не проводилось. Оказалось, что вот сама по себе операция она являлась независимым фактором более чем 4-кратного увеличения риска развития инсульта в первые 2 дня. И уравновешивалась с группой контроля в случае ишемического инсульта только лишь к 3-му месяцу частота развития, а в случае геморрагического инсульта даже больше, чем 8 месяцев должно было пройти. Национальное когортное исследование из Соединенных Штатов Америки, 6-летний анализ почти 50 пациентов после сосудистых некаротидных вмешательств. Больше частота инсульта развивалась в первые 2 дня после операции. Как снизить риск до операции? Во-первых, выявить пациентов с факторами риска. Во-вторых, выявить те факторы риска, которые модифицировать возможно. Например, если у пациента есть инсульт в анамнезе, то рекомендуется при возможности плановое вмешательство отложить. В случае симптоматического каротидного стеноза, выраженного по данным как эхо, так и ангиографии, рекомендовано провести вначале корректирующие операции. Есть хороший протокол бриджинга при высоком риске тромбоэмболии, который опубликован гематологическим сообществом тоже в Европейском журнале анестезиологии. Ну и считается, что анемия в комбинации с бета-блокаторами является сильным риском развития переоперационного инсульта, поэтому у пациентов, принимающих бета-блокаторы, порог трансфузии должен быть на 20 грамм на литр выше. Анестезиологические техники, вот многообещающие исследования Гала, когда сравнивали для каротидной эндотерэктомии общую пресирегионарную анестезию, не выявили значительных различий. А в случае эндопротезирования суставов коленного или тазобедренного выявлено, что регионарная анестезия достоверно снижает количество цереброваскулярных событий, а также 30-дневную летальность. Артериальное давление и его переоперационный контроль являются, пожалуй, самой важной мерой профилактики переоперационного инсульта. Так вот в исследовании Бикера показано, что интраоперационная гипотензия даже в течение 1 минуты, когда давление снижается на 30% от исходного, она увеличивает риск инсульта. Похожие результаты были продемонстрированы и в других исследованиях, ни одно из которых в силу этических проблем не является перспективным. Пациенты, которые находятся в положении антитранделенбурга и полусидячем положении, важно понимать, что артериальное давление, измеряемое на уровне манжетки, оно, как правило, выше, чем артериальное давление, которое доставляется в головной мозг через сонную артерию. Градиент или порог снижения он может достигать 15 мм ртутного столба, это необходимо принимать в учет. Гликемический контроль переоперационный было показано, что как наличие гипергликемии, так и слишком агрессивный контроль гипергликемии являются плохими факторами в плане переоперационного развития рисков для инсульта. Бета-блокаторы, большое исследование POISED trial, более чем 55 тысяч пациентов, выяснилось, что риск развития инсульта был почти в 3,5 раза выше у пациентов, которым интраоперационно назначали метопролол, и тех пациентов, которые метопролол до операции не получали. Был предложен гипотетический механизм, что с ним происходит снижение церебральной доставки кислорода при развивающейся бета-блокаторе за счет редукции сердечного выброса. Все это происходит только лишь в условиях гемодилюции, поэтому позволило рекомендовать
пороговое значение гемоглобина 90 грамм на литр для пациентов, получающих переоперационную бета-блокаду. Комбинация бета-блокаторов с ингибиторами АПФ вызывает, и все это испытывали в своей практике, плохо коррегируемую интраоперационную гипотензию, поэтому данной комбинации до операции лучше избежать. А вот статины до операции лучше не отменять, потому что они достоверно снижают риск переоперационного инсульта. Как снизить риск инсульта после операции, почему это принимает важное значение? В первую очередь потому, что интраоперационно случается или возникает только 10% инсульта. Большинство инсультов выявляется либо возникают через 24 часа после операции. Послеоперационный инсульт – диагноз трудный, является скорее диагнозом исключения, особенно в случае, если операция большая, длительная и травматичная. Поэтому рекомендуется проявлять постоянную клиническую настороженность в раннем послеоперационном периоде. В случае возникновения каких-то проблем необходимо обеспечить неотложную нейровизуализацию параллельно с развертыванием бригады быстрого реагирования, в которую должен входить невролог, анестезиолог, нейрорадиолог и хирург. Важно это потому, что время для мозга имеет очень важное значение, и исход послеоперационного инсульта, он, как правило, хуже, чем того, который возникает в общем в популяции. Вот в приведенном исследовании, опубликованном в американском медицинском журнале, время от возникновения инсульта до его распознавания в случае госпитальной проблемы было почти в 5 раз, вернее, в 5 раз выше в случае госпитальной проблемы. Также внутри госпиталя в половину раз меньше проводился тромболизис. Несмотря на то, что чуть-чуть больше пациентов на 3% примерно были способны выписаться в живом состоянии, большинство из этих пациентов имело более грубую степень инвалидности. И выписывались они не домой, а в отделение острого ухода или в реабилитационные отделения. Инсульт происходит чаще, чем мы предполагаем, поэтому клиническая настороженность имеет непреложное значение. При любой возможности необходимо продолжить антитромбоцитарную терапию, которую пациент получал до операции, продолжить статины и бета-блокаторы, если они были назначены ему ранее. Очень важно корректировать интраоперационную артериальную гипотензию, не допускать пролонгированную гипотензию, которая, вероятно, является самым большим злом, и избегать индуцированной гипотензии, которая определенно является самым большим злом в плане переоперационного развития инсультов. Ну и принимать во внимание, что пациенты на бета-блокаторах, вероятно, более чувствительны к анемии. Что касается ишемии спинного мозга, узкая проблема, чаще всего возникающая при коррекции торакоабдоминальных аневризм. Частота ишемии спинного мозга при данном типе операционных вмешательств составляет примерно 10%. При открытой хирургии до 20%, при трансваскулярной эндоскопической коррекции в районе 5%. Механизм – это снижение перфузии спинного мозга из-за невозможности коллатерального кровообращения. Так вот красиво выглядит коллатеральный кровоток в норме. Кровоток в спинном мозге является постоянным и поддерживается ауторегуляцией. Постоянство обеспечивается при следующих параметрах углекислого газа и среднего давления. Перфузионное давление для спинного мозга рассчитывается примерно так же, как и для головного. И это самое перфузионное давление снижается после кросс-клампинга аорты в результате дистальной гипотензии, а также в результате повышения давления цереброспинальной жидкости. После снятия зажима с аорты давление в цереброспинальной жидкости восстанавливается после примерно 20 минут. Факторы риска ишемии спинного мозга – это протяженность аневризмы, это переоперационная гипотензия, экстренная операция, которая увеличивает риск ишемии спинного мозга практически в 5 раз, открытая операция, острый разрыв или диссекция аорты, длительный период пережатия аорты, анемия, системная вазодилатация и так далее. В плане анестезиологической защиты интраоперационно необходимо придерживать нормотензию, среднее артериальное давление при кросс-клампинге в районе 80-100. Необходимо, чтобы давление цереброспинальной жидкости было меньше, чем центральное венозное давление. Эти параметры необходимо держать минимум сутки-двое после операции. Также интраоперационно при данных видах вмешательствах достаточно часто используется, неплохо себя зарекомендовал, люмбальный дренаж
цереброспинальной жидкости для поддержания давления в этой жидкости в районе 10 мм ртутного столба. Ранее выявление ишемии мозга интраоперационно возможно использовать моторные либо соматосенсорные вызванные потенциалы, что в настоящее время в нашей стране недоступно. Что в настоящее время доступно в нашей стране, это регулярный неврологический осмотр таких пациентов после операции, а также исследование в цереброспинальной жидкости лактата, протеина С100 и специфической нейроэнолазы. И последнее осложнение – это послеоперационная потеря зрения, которая характеризуется частичной или полной потерей зрения после общей анестезии. Первое описание было в 1948 году при использовании прон-позиции во время нейрохирургической операции. Причина была – это давление на глаза валика, расположенного под головой. Осложнение достаточно редкое, если не брать кардиохирургию и хирургию позвоночника. Типы – это ишемическая оптическая нейропатия, передняя, которая чаще возникает в случае кардиохирургических вмешательств, и задняя, которая чаще возникает в случае хирургии позвоночника. Это ишемия сетчатки и кортикальная потеря зрения. На слайде представлен стандартный механизм наиболее часто развивающегося этого осложнения. Это повышение давления в венозных системах в глазном яблоке и интерстициальный отек во время пронпозиции, который ведет к повышению внутриглазного давления и ишемии глазного яблока. После пронпозиции подобные склеры, к сожалению, не редкость. Редкость, к счастью, подобная картина после пронпозиции, но она тоже может быть, и необходимо предпринимать мероприятия по ее предотвращению. Ишемия сетчатки возникает помимо окклюзии артерии в случае травмы глаза, в случае эмболических осложнений. Особенно высокий риск при операциях на сонных артериях, в случае вазоспазма, либо тоже компрессии извне. К редким причинам можно отнести после лор-операции вследствие прямой травмы, после роботической или лапароскопической хирургии простаты, которая делается в положении Тренделенбурга и сопровождается увеличением внутрибрюшного и внутригрудного давления, а также редкий синдром задней обратимой энцефалопатии. Сейчас мы наблюдаем как раз такую пациентку у себя в реанимации после трансплантации почки. Данный синдром тоже является диагнозом исключения, мы не нашли у нее ничего другого. Вот. Данный синдром провоцирует выраженная гипотензия, химиотерапия, иммуносупрессия, болезнь почек, васкулиты, эклампсии и так далее. Он сопровождается, может сопровождаться неспецифической неврологической симптоматикой и зачастую через определенное и неизвестное время проходит самостоятельно, как и в нашем случае. Пациентка неврологически в течение недели становится с каждым днем чуть-чуть лучше. Анестезиологический план – это информирование пациента перед длительной и оперативной и травматичной, простите, операцией на позвоночников, использовать мониторинг инвазивного артериального давления и центрального венозного давления у пациентов высокого риска, стараться поддерживать нормальное значение гематокрита, ну и, разумеется, тщательное позиционирование, что особенно актуально для интенсивной терапии, где пациенты в пронпозиции могут лежать более длительное время. Ну и в заключение хочется сказать, что несмотря на то, что мы как анестезиологи привыкли в большей степени фокусировать свое внимание на сердечно-сосудистой и дыхательной системе, центральная нервная система тоже имеет колоссальное значение в плане развития переоперационных осложнений. Важно очень выявить факторы риска и своевременно их устранить. И очень важно внимательно относиться к так называемым мелочам. Будьте насторожены, у меня все. Спасибо за внимание.